Самые верные, самые влюбленные. В День семьи, любви и верности в Саратове прошла церемония награждения победителей фотоконкурса, организованного радиостанцией «Ретро-ФМ Саратов» под названием «Жаркая пора. Любовь. Феличита». О том, как на практике работает выражение «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», смотрите в нашем следующем сюжете. Этот праздник с бесспорно положительным зарядом в День семьи, любви и верности в свадебном парке «Город любви» при поддержке эвент-агентства «Friends Meeting» награждают самых влюбленных и верных саратовцев. Игры, конкурсы и угощения от ведущих «Ретро-ФМ Саратова». Здесь собрались те, кто вышел в финал фотоконкурса. Необходимо было с 1 июня по 1 июля добавить свою фотографию со своей второй половинкой. Главное, чтобы фотография была летняя, жаркая и страстная. На призыв принять участие в конкурсе откликнулись десятки саратовцев. Главный приз – бесплатная фотосессия. Победителем стала семья Котельниковых. Супруги набрали более 2000 лайков. Нина не скрывает, что пришлось задействовать всех родственников и друзей в социальных сетях. И с ними же Котельниковы намерены поделиться заслуженным призом. Подарки очень понравились. Надеюсь, в ближайшее время мы организуем фотосессию семейную. И думаю, будут очень красивые фотографии, которые мы обязательно поделимся. Второе место досталось семье Савченко. На фотографии, отправленные на конкурс, Яков и Галина еще вдвоем. А получить свой приз пришли уже с дочкой Милославой. Лайков у них чуть меньше, чем у победителей. А настроение такое же праздничное. Мы бы хотели поблагодарить Ретро-ФМ 104.3 за такой чудесный праздник. И приглашаем всех в нашу фотостудию Диал ТВ. Фотографируйтесь, чтобы это лето запомнилось вам надолго. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.